Второй выпуск проекта «Поколение У» уже в эфире. Однако, как это часто бывает на телевидении, все 8 игр первого тура уже сыграны, а из 16 команд половина отсеяна. Мне остается лишь сказать, они абсолютно правы! Во втором сезоне проекта конкуренция между школьниками Саратова, Энгельса и Балакова достигает небывалого накала. Этому способствует и главный приз проекта – комплект подготовительных занятий по трем предметам на выбор от Саратовского государственного университета. Чтобы добиться такого бонуса для поступления в любой вуз, участники команд отвечают на вопросы, которые готовят специалисты всех факультетов классического университета. И это нововведение второго сезона профессионалы оценивают высоко, как и проект в целом. Даже проигравших, наверное, нет. Есть все победители, поскольку само участие, возможность участия в таких проектах, оно открывает большие перспективы дальнейшего развития, саморазвития. Помимо призов от классического университета, участников программы ждут бонусы от спонсоров и партнеров программы. К примеру, сладкие призы и угощения предоставляет кондитерское производство «Атак» из Вологодской области. Официальным дистрибьютором этой продукции в Саратове является компания «Свежепродукт». Именно благодаря этому союзу все, кто приезжает на съемки проекта, лакомятся сладостями со смыслом. Наше руководство компании считает, что данный проект очень перспективен и люди, дети, школьники, да, которые занимаются участвуют в данном проекте, это, как говорится, свежее поколение. Как звучит наш слоган, что мы там за свежее поколение, да, и считаем, что данный проект помогает развиваться и развивать людей. Генеральный спонсор проекта, компания «Сеньор Потолок», предоставляет всем участникам проекта подарочные сертификаты на установку потолков. Пригодятся они родителям игроков, которые ценят качество немецких материалов и высокий уровень оказания услуг. Наша компания «Сеньор Потолок» решила поддержать проект талантливых одаренных детей, потому что мы всегда относимся внимательно ко всем людям. Об этом может свидетельствовать тот факт, что ваш звонок будет принят в любое время дня и ночи, не исключая праздников и выходных. Проект «Поколение У» во втором сезоне объединил не только игроков со всей области, но и привлек федеральные компании в качестве партнеров. Поэтому и ожидания от проекта высоки. Проверить свои знания и посмотреть на умных и успешных школьников можно уже в эту пятницу в 7 часов вечера, а также на нашем сайте saratov24.tv в разделе проекта. Мария Карманова, Вячеслав Соленков, Роман Шельдяев, Саратов 24.